Привет, землянам! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Трансформеры. Созданные сражаться, мы продолжаем. И в этот раз в этой серии у нас не будет сюжетной составляющей, поскольку у нас просто-напросто не хватает мощи нашей команды. Я думаю, нам стоит посмотреть пока что другие режимы, которые есть в этой игре. Соответственно, они разделяются на соло-миссии, на Versus и на Альянс. Я думаю, начнем давайте с соло. Что у нас такое спешл? Ну-ка. Да, ну, очень подробное описание, надо признать. Ситуация так здоровски прояснилась, что я даже прям не знаю... Да, тут... О! Шо? Бляха, это муха. Что я даже не знаю, что делать. А, нет никаких ивентов в этот момент, понятно, поэтому ничего не написано. Зато есть что-то дейли. Дейли, что такое? Браулер Баш. Что это такое? О! На медиум. Два. Так, этих нам надо, чтобы выполнить. Медиум, медиум, медиум. Угу. 650, а рекомендованный 400. Давайте 400, потому что на медиум, я думаю, мы просто не потянем. Посмотрим, что у нас такое. А, какие тут нужны? Ага. Так. Я предлагаю заменить вот... Вот, нормально, на миража этого самурая. Бладгеон, или как он там, Бладжен. Все. И какие ты нам... Что это такое вообще? Что? Браулер Спарк, фрагменты Браулера. 50 единиц. Хм. Ну, блин, хрен его знает. Ну ладно, будем надеяться, что нам этого хватит. Давайте посмотрим, что будет дальше. Угу. Ох ты, как интересно. Ребята, вы издеваетесь? Вы гляньте тут куда? Туда пошти, сюда пойти. И главное, куда не пойдешь, везде могут втащить потенциально. Поэтому по пути наименьшего сопротивления попробуем пойти. Давай-ка вот этого Оптимуса, ну-ка. О, ну в принципе, может быть, хотя не факт. Давайте попробуем. Нам нужны какие-никакие улучшения разного рода, а то счет у нас отряд стал слабеньким. Либо четвертого трансформера в наш отряд, но это будет только на 20 уровне, а до 20 уровня нам еще пилить и пилить. Поэтому попробуем другими путями все это решить. Да иди-ка ты нафиг, елки-палки, вот так вот. Опа, вот да, нормально. Ух ты, стукачина, давай бей его, бей его. Эх, где наша не пропадала? Давай, вот так вот. Там Квитессон, походу, на заднем плане сиканул себе, блин, в железные трусы. Да давай ты. Вот она, на, вот так вот, мотомастер. Теперь ты будешь мотодрючелем. Давай-ка, вот так вот. Да чтоб тебя. Давай. Застрелить его нахер. Застрелить, я сказал, а. Стреляй. Опа-на! Опа-на! Ну, в принципе, и так пойдет. Так. Есть! Ух, нифига себе! Да ну нафиг, что, серьезно, что ли? Блин, все-таки провел свою атаку эту. Что для нас не очень хорошо. О-о-о, эти. Это как осколки в Трансформеры Войны на Земле. Как осколки собирать, а, конечно, еще и этот тут. Охренеть просто. Пусть вот Мираж с ним разбирается. Может быть, у него получится. Хотя что-то я смотрю так на показатели Миража. Так, 76. Вот, слушайте, ну... Вот у Оптимуса, хоть у него и две звезды, и то больше шансов, чем у Миража. Ну, блин, хрен его знает, ребят. Хрен его знает. Миражу надо открыть третью суперскую атаку на три деления. И, наверное, в этом будет все его преимущество, потому что у него, может быть, скорость у него перемещения, там, частота атак повыше, но сами атаки не сильные. Ой, блин. Да чтоб тебя. Ай-я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 й. Опа-на. Так. Давай-давай-давай-давай-давай. Вот так вот. Ага. Давай, 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 давай. Опаньки. Есть. Недурно. Есть. Давай, 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 давай. Еще раз. Во, нормально. Короче, надо постоянно перемещаться по карте.
чтобы... Все, нормально. Чтобы, когда они атаку проводили, я просто в сторону уходить буду, и все. Кстати, хорошая тактика. Я сейчас, по сути, применил прием, который обычно применяют мои соперники. О, как интересно, а? Однако... Как... Кто там в конце? Блин, а не увидел. Так, ну кто будет с тобой драться? Ну, Оптимус, я думаю. Ну, пусть с ним Оптимус дерется. А там уже видно будет. Да, но если ситуация совсем припрет, и аптечек не будет, и ничего не будет, придется, видимо, вернуться на первые уровни. Не знаю, не знаю, что делать вообще. Играю в первый раз вслепую. Как говорится, проходняк как таковой. Давай, 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 давай. Опа-на. Ах ты, зараза. Так. Так. Давай, 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 давай. Да чтоб тебя. Так. Есть. Давай, 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 давай. Вот так вот. Отлично. Так. Недурно. Блин, забивай ты его нафиг. Вот так вот. Есть. Фу. Слава богу, не дали ему провести атаку на два деления. Пронесло. Блин, ну по пять этих собирать, мне кажется, это вообще не вариант. Вообще не вариант. Ничем хорошим это не закончится. Тем более, вы смотрите, кто там у нас. 339-й Оптимус. Вы сдурели, что ли, в конец, а? Как вы мне предлагаете с ним драться? Ну чё, Мираж пусть тогда идет. Первым. Атака 3 разблокирована, говорит. Ну все, тут задница, походу, нам. У него еще и атака... третьего уровня разблокировано. Господи, мне бы где-нибудь хотя бы у одного бы открыть, но только у Миража, наверное, будет. Так. О, да какая-то. Тут даже до атаки, я думаю, дело не дойдет. Он нас просто так кулаками забьет нафиг. Опа-на. Да, конечно. Давай, давай. Наш шанс забить его здесь. Так. Ой, блин, а. Опа-на. Опа-на. Ну, не знаю. Да ты чё меня в угол ты решил зажать, а? Так. Ай, блин. Короче, надо из него энергию всю выкачивать стрельбой. Ага. Так. Давай, 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 давай. О-о-о, нет, тут, короче, все ясно. Ну, это Оптимус Прайм, ребята. Тут ничего другого ждать и не приходится. А, ну кто теперь? Давайте теперь этот пусть пойдет. Посмотрим. Может быть, что-нибудь и у него получится. Ну, у того и урон больше, и здоровье больше. Так. Ой, блин, а. Да ну нафиг. Так. Давай ты. Так. Давай, 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 забивай его. Так. Опа-на! Нормально. Только, ребят, все это, конечно, хорошо, но у него атака третьего уровня. Черт, он зарядился. Я, говорит, тебя вынесу нахер. Опа-на. Так. Давай ты... Ты смотрите, что делает, а? Опа-на. Есть! Есть! Получилось! Слава богу! Ой, даже 8 дали. Да что вы, серьезно, что ли? Ой, аптеку дали. Недурно. И десяточку. Блин, собрал всякое дерьмо, по сути. Так, браулер. Выполните эти миссии, чтобы получить браулера. Ну, там, смотрите, там ситуация вообще полное дерьмо, как бы. Там вообще ловить нечего, потому что... ну, там все слишком... круто совсем, и показатели там почти что читерные для нас, поэтому там, и я думаю, мы продолжать пока не будем. До тех пор, пока не получим свою команду кого-то более продвинутого. А вот чего можно сделать, так это рейд. У нас 3 билетика своего рода есть. Ну, давайте начнем. Ох ты, черт.
Защитник 81, 303. Ох, тут вы гляньте, тут какой защитник, а. Охренеть. Еще какую-то фигню дадут. Давайте вот сюда вот. Алексис. Я как бы не знаю. Мне не хотелось бы другим игрокам базу разрушать. Да, конечно, давайте начнем. Ну, что-то у меня такое чувство, что ничего хорошего не выйдет. Все, рейд уже идет, как бы, да? А, что у нас там? Угу. Так. Каждый класс имеет преимущество. Но у меня, по сути, самые такие, знаете ли. Более-менее. Ну, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Во, мы как бы на базе врага, да? То есть, забавно. Вот карта, которая есть, я как бы попал на базу. А у него там... Так. Ну, давайте. Тут можно как угодно, типа, бегать. Носиться как угорелым. Теперь понятно. Главное до базы добраться. Ну чё, этого что ли будем лупить? Рейд. Блин, просто на рейд пошли. А, смотрите, он вообще ни хрена не сможет сделать. У него что-то не ахти показатели. Там, видимо, совокупное количество этих единиц сил показывается. А может быть, я сейчас буду вообще против игрока играть? Нет, ну, скорее всего, тут будет бот-защитник. Иначе так разрываться игроки будут. И защищать, и проходить там. Аренхайд. Давай. Давай ты уже. О! Да не-не-не. А он, смотрите, он даже не пробить ничего не может. Ну, конечно, тут и уровень, как бы, оно-то ясно. Я-то думал, что это как бы... Блин. А, нет, стойте. Те показатели, это все-таки показатели автобота, который охраняет. Ну, как бы вот получили награду. Типа все, прошли, да? Да, прошли. Рейд мор. Еще рейд, погодите-ка. Че? О, на базе золото появилось. Кстати, надо самому базу лучше что-то так поразмыслил. И понял, что... Ситуация может запахнуть жареным, когда нас будут атаковать. Как вот это вот получить? Так. Нет, это не лояльность. Не лояльность. Блин, а. Короче, надо открыть наши этих автоботов и посмотреть, как же там получить прокачку-то. Ну-ка. Апгрейд. Так, вот это вот. Спарк. Найдите больше в рейд стор. А, то есть в рейдах тоже, что ли, есть магазинчики? Рейд. А-а-а, вот за что покупается, смотрите. Вот за что покупается-то, оказывается. А теперь понятно, где их брать. Тир 1, чтобы взять этот самый. И как раз они зарабатываются за очки рейда. Тогда давайте еще сразимся. В рейд-сражениях. Тут он тоже как бы откатывается. Слушайте, ну вот это вот уже как-то радует. Уже как-то радует. Надежда появилась, ребята! Надежда, в конце концов, появилась! Боже ты мой. Так, 248. Давайте вот этот вот. Тут побольше вроде как нам дадут за рейд очков. Да давай, конечно, продолжить. Сейчас самое главное, чтобы у него там в защите несколько чуваков не оказалось. А то у нас проблемы будут. Просто дикие. Ладно, зарейдим. Ох! А, так это совокупное всего. Смотрите, это всего лишь совокупное. Я-то думал, что у каждого будет столько. Оказывается, смотрите, тут все гораздо проще. Тут можно прямо с самого крепкого брать. А почему тогда нету посерьезнее ребят, условно говоря? А то что-то все какие-то это... Знаете ли... Не соперники, так сказать, одни выдаются, потому что они ниже уровнем. Может быть, надо полистать и взять уровень побольше? Что-то я как-то так взял, не посмотрел. Ну, сейчас будет еще последний билет, и глянем. Давай ты вали его. Опа-на! Давай ты, да куда ж ты? А, со мной игрок дерется. Походу, да? Так. Да, походу, да, дерется. Ах ты, зараза. Все. А со мной сейчас, видимо, игрок дрался. Я, честно говоря, так и не понял. Нет, это просто, видимо, его баррикейд как бы высвечивается. Я, честно говоря, до сих пор не пойму, что происходит. А, ну ладно, двигаемся. Давайте-ка. Вот. Оптимус. О!
Ну, Оптимус против Оптимуса. То есть все-таки можно еще и самому. А вот теперь Оптимус дерется, забавно, то есть. А, постойте, так. Так я не понял, это игрок или кто? Что у него переключилось? У меня имя высвечивается. Так. Похоже, что игрок сейчас. Вот смотрите, ну. Ну так что это. Так, все. Вполне возможно, что можно как бы подключаться к защите и самому управлять, да? Я так думаю. А тут, конечно, да. Так, отправиться в магазин рейда. Это понятно, все. Так, ну давайте последний глянем, что у нас тут есть. Ну тут, короче, три звезды. Во, вот этот вот нормальный. Вот этот вот нормальный, давай. Ёлки-палки. Да-да-да-да, рейд. Да прям этим же отрядом начнем. Чё у него там в защите? Ладья. Это ты разведчик. Ну, начнем рейд. Посмотрим. Сначала, типа, высвечивается название, а потом, как бы, подключаются к нападению, что ли? Я что-то не пойму. Ну-ка, давай-ка сюда. Угу, Бамблби. Бедолага. Так, ладно. Давайте так вот. Помните о блоке. Предотвращает входящий урон. Вот Бамблби. А, ну тут просто. Это, скорее всего, нет. Это, скорее всего, не игрок дерется. Потому что у меня тоже как бы имя высвечивается. А может быть и игрок. Давай. Так. Ты чтоб тебя. Ага. Нет, все-таки что-то больно для игрока. Хотя хер его знает, ребята. Нет, тут, конечно, просто все упирается в то, что у меня побольше уровень. И, собственно, за счет этого я только и вывожу, но. Хрен его знает. Ну вот куда? Налево, направо. Да давайте налево. Почему бы и нет? Давайте налево. Так, ну кто? Так, Мираж против Миража. Можно, в принципе, и так попробовать. Давайте. И как-то странно получается. Получается, тот, кто защищается, не может менять своих этих. Ребят, давай-то. Так. Опа-на. Еще раз. Так. Да чтоб тебя, перестрелка идет. Ах ты, зараза. Нет, походу, все-таки это компьютер. Все-таки это компьютер, блин. С ума сойти. Потому что я думаю, если бы это был игрок, у нас бы было все гораздо сложнее. Тут нам чисто только наш уровень спасает. Так, все. И вот, наконец-то, финишная прямая. Таковая. Так, ну кто будет? Ну давайте Оптимус со сайдсвайпом. Блин, мне бы сайдсвайпа в команду. Мне вообще бы хоть кого-нибудь в команду с тремя звездами и выше. Желательно там кого-нибудь типа Оптимуса. С этим универсальным классом. Давай. Да ты смотри, обмен ударами прямо идет. Какой-то Рокки стоит. Оп, да чтоб тебя. Так. Давай. Есть. Ни хрена себе. Опа-на. Все. Замочили. Ну, сколько-то нам дадут-то хотя бы. Что-то мне такое чувство, что не особо нам и дали. Да и плюс ко всему у нас и эти кончились. Рейдовые. Так. Сколько? А, нет, смотрите, есть, берем одну. Давай, все нормально. Вот это другое дело, ограничение на покупку, бляха-муха. Ребят, какое нахер ограничение, вы что, издеваетесь, что ли? Так, ну-с, а, стойте. А, нет, все правильно. Ну что, давайте качнем, кого качнем? Я думаю, качнем вот этого Оптимуса на две звезды, который. Потому что кого, как не его... Ага, понятно. Хрена с два его качнем мы.
Тогда этого. Тут вот как раз только одна нужна. Повысим ранг. Ну, давайте. Так. Вырос у него ранг. Потому что если мы хотим повысить ранг как бы побольше, еще сделать, то тут потребуется... Что-то я не пойму, ребята, а где... У меня же столько были эти для прокачек. Куда они делись-то? Как-то странно все это. Я бы сказал, очень странно. Ну, давайте потратим. О, ну... О! Ну... Что-то я не пойму. То столько, то столько. Что за хрень творится вообще? Какой-то лист странный. У меня еще столько вон предметов там этих в инвентаре. С ума сойти можно. Так, мне бы 1.75. Во! Интересно. Так, стоять. А ну-ка, давай-ка вот так вот. Еще раз. Во! Вот это уже лучше. Давай. Правда, конечно, золото уходит. Но один фиг, нам его все равно на базе приносит это как бы. Что у нас тут вообще в предметах таких вот? Ага, 13. Блин, вы гляньте, тут столько всего. Это просто с ума сойти. Красный, это, видимо, уникальный для прокачки. Так, наград, предметов. Нет, тут больше ничего нету. Собственно. Да. Однако, есть крайне интересно. Ну, в принципе, нормально, ребят. Уже, знаете ли, вот у... Уже другое дело. Так, а что у нас там еще? Сколько надо вообще для, допустим, миража, чтобы ему поднять этот, как его? Кстати, если нажать, они так трансформируются классно все. Кстати, заметьте, когда они трансформируются, если взять из вселенной мультфильмов, у них вот такой звук при трансформации, да, вот? Ну, как из мультфильмов самых первых. Соответственно, когда они входят и выходят из альтернативной формы. А, кстати, стойте, ну-ка, стойте. Мираж 3 звезды, что там тебе? Ой, блин! Так, ладно. А если взять из вселенной кинофильмов, то у них другой звук. То есть, видите, такой прям это... Более технологичный, продвинутый. И это, кстати, классно. Очень. Ну, тут... Опять же... Из вселенной мультфильмов. Все это, конечно, очень круто. И если я хочу научиться прокачивать миража, мне нужно помимо вот этих вот обычных искр получать еще что-то более дельное. Гораздо более дельное. Иначе просто нифига не выйдет. Но у нас, тем не менее, собрался какой-никакой отряд. А, плюс у нас еще какой-то кристальчик. Опа-на. Что это такое? Что за тир-1 кристалл? Ну-ка, давайте глянем. А, понятно. Кристаллы с дерьмом. Все ясно. Так. А, ну, так. Ёлки-палки. Мне кажется, тут вообще то, что мы вот так вот листаем, тут вообще нет смысла смотреть, что открывать. Хотя, в принципе, интрига какая-никакая сохраняется, так что можно, почему бы и нет. Следующий будет доступен. Да, это не скоро будет. И поскольку это будет, ребята, не скоро, я думаю, давайте здесь мы на этом, собственно, и закончим. И продолжим, естественно, как обычно, все в следующих сериях. Спасибо, что смотрели, ставили пальчик вверх, подписывались, делились ссылочкой. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам, крепкого здоровья и приятного настроения. Всем пока!